Замочит всю толпу или нет? Угу. Нифига себе! Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Заварно Кофе, Уга-Буга, Пингвинус. Пацаны, поздравайтесь. Всем здорово. Всем привет. Однако, всем здравствуйте. Ребятушки, вышел новый пак оружия, называется Doom Beta. И сегодня мы будем его тестировать и смотреть, на что оно способно. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первое оружие PFG-2704. Ого. Они... очень круто, их не так много, но они просто офигительно сделаны. Так, смотрите, 10 тысяч. Давайте сначала на сотки отрекламируем. Отрекламируем, посмотрим. Заварной кофе, сотка. А нет, даже у тебя... 30 хп, ну давай проверим. Это было бессмысленно делать, это просто смертельно. Ну давай вот, 10 тысяч жизни, давай. Ого, тебя откинуло. Так, давайте проверим, сколько. У тебя отняло 6600. Это нереально мощное оружие. А для чего оно вообще такое мощное сделано? А давай в притирку прям стрельну. 10 тысяч. Ой, ребята. А сколько у тебя осталось жизни? А ну-ка. 1250. По сути, можно 10 косарей отнять. Так, и будем тестить на толпе зомбаков. Поньк, смотрите, какая у нас есть толпа. Я стреляю в толпу. Просто выжигает. Вот смотрите, как я стрельнул, так туннель и остался. А если вот так стрельну? Так, ай. Поехала. Просто уничтожительное оружие. Смотрите, еще дальше летят снаряды. Просто все разрывается. Это моща. Это... А ну встаньте так втроем в кучку, я стрельну вас. Убьет всех или нет? А ну так, вот так и стойте. Поближе так друг к другу встаньте. Офигеть! Оно с очень большим запасом сделано. Просто крутецкая-прикрутецкая пушка. Хорошо, следующее у нас оружие. Чайнган. А, так это обычный пулемет. Не так уж и много не отнимает. Да? Ну да, так уж много. А ну-ка, давайте загрузим толпу зомби, по зомбакам постреляем. Вот это она их ложит, они просто слажутся, смотрите. Бомбейский пак, бомбейский. Но это бета, может какие-то будут недоделки, посмотрим, почему они так назвали его. Пока мне все работает отлично. Всех слажут, просто всех. Так, давайте загрузим заново зомбаков. Следующее у нас оружие. Dark Claw. Черная рука, что ли? Но она красная, а не черная. И что, отнимает жизни? А, ну чуть-чуть. Вообще чуть-чуть отнимает? Ну да. А на правую кнопку мыши не, ничего не меняется. Получается, нема альтернативного огня у него. Такое себе. А, ну давайте в зомби у них по сотке. А не, вот смотрите, у кого 100 жизней, оно отнимает хорошо. А если на а ну попробуй на большом расстоянии жахнуть тебя, ну-ка. Офигеть. Ну вот сдалека, смотрите, более или менее. Ну что-то вообще, да, так? Да. А что-то оно зависло здесь, как черная дыра. Не, ну у меня жизни не отнимаются. А, исчезает. А ну вот-вот, смотрите, рядок зомби. А не, смотрите, прям выжгло всех. Видите, они в ряд стоят, смотрите. Ну нормально, пойдет такое. Чисто по прикольчику, чисто поржать. Так, загружаем. Следующее у нас оружие. Machine Gun. Вот это уже пулемет какой-то. Ничего себе. Вот, более потяжелее. Вот смотри, сколько у него? 10 тысяч жизни, погнали. Отталкивает неплохо, да, так я вижу? Ну, только 1000 вынес, то есть... О, металлический, слышите звук? Потому что аниматроники из металла сделаны. Ну, такое.
Успокойся. Слабаков хорошо гасит. То есть рассчитано врагов, у кого по 100 жизней. У кого соточка, тут вообще хорошо просто получается. Ой, я еще бегаю, но как я так прикольно. Такие уже выстреляют обойму. Не так уж и много осталось. Мне кажется, тут миниган был получше, который первый. Ребята, в конце я поставлю еще больше зомби, и мы стрельнем самым мощным оружием. По толпе зомби будем стрелять. Всех уложил. Давайте, 40 патронов осталось, уже достреляю. Хорошо, хорошо. Так, загрузить. Оньк. Следующее у нас оружие. Плазма рифл. Ой, такой прикольный звук, когда я его беру. О, на правую кнопку мыши альтернативный огонь. Если оно на этом было? Нет. Так и есть на этом. Нифига себе, оно мочит. У-ху-ху, зомбак отлетел. 10 тысяч жизней. Стреляем на правую кнопку мыши. 300. Ну, даже меньше. Неплохо так гасит. А теперь на правую кнопку мыши. Вот это вообще! Нормально, пацаны, или нет? Да, очень. А сколько жизни отнимает? Я так и не понял. А вот 7700. 6, ого, штуку отняло сразу, даже больше. Откиду, да, оно сильное, я так понимаю. Он в этих копах стреляет. Вот летят шары. Офигеть. Так, по толпе зомби жахну. Одним патрончиком. Вот один шар. Ничего себе! Вот это уничтожитель. Нереально мощно, нереально. Так, подождите. Секундочку, у нас тут где-то должно быть сохранение, где еще больше зомби. Вот. Смотрите. Так. Можно вообще уничтожить одним залпом толпу зомби? Ой, вот это вообще. Это какое-то, получается, как боссовское оружие, ну такое секретное, что ли, или что? Ребят, напишите в комментариях, что оно такое мощное. Неужели в Думе такие есть мощные оружки, что ли? Это против боссов, наверное. Но оно откидывает неплохо. Смотрите. Он на край карты отлетел. Нифига себе, в воду, смотрите. Ничего себе. Да, это крутецкое оружие. Ребята, оно мне очень нравится. Это просто имбовое какое-то оружие. А ну-ка, на правую кнопку мыши вот так вот в ряд стрельну. Проверим. Нет, не сжигает прям целый ряд. То есть, сколько там? 3 или 4 зомби уничтожает. А если один шар так стрельнуть? Да, уничтожает сразу. Оно, получается, этот шар вообще препятствий никаких не видит. И разлетаются просто. Ха-ха, ну классно, так интересно с него стрелять. Просто уничтожил все. И всех. Прикольно. Так, хорошо. Следующее у нас оружие. Так, спускаемся на землю. Называется рифл. Так, на правую кнопку мыши. А, я могу убить, а ну стойте, ударю. А, я просто как бы толкаю. Ну, помалу жизни, а ну если 100% зомби ударит. А, ну смотрите, сразу убиваю. Ничего себе, а у него впереди штыки на этом оружии, смотрите. Просто склеивается сразу. А ну давай по мне. Ну давай. На. Не, ну смотри, сотку точно отнимаю, потому что я убиваю вот у зомби 100% жизни. Сразу умирают. А если как-то двоих попробовать ударить? Можно двоих ударить? А вот так вот. Нет, нельзя двоих ударить. Так, и на левую кнопку мыши. Слабенько, да, как-то, пацаны? Да. Ну, не мощно, не мощно. А чё оно такое? А на что оно рассчитано? Да. Ну, с одного выстрела я убиваю любого зомбака. Вот смотрите, зомби. Один выстрел. Даже хэдкраб, который на голове, тоже разлетается. А если в туловище? А в туловище с одного раза не убивает, только в голову. Хорошо, следующее оружие у нас. Рокет-лаунчер.
Вот это что-то уже поярче будет. Ой-ой-ой-ой-ой. А ну-ка, дай в тебя стрельну. Стой-стой-стой. Ладно, давай в тебя. 7100. О, вот. Видели какие-то? У вас появляются артефакты такие оранжевые, этот, розовые? Текстурки у меня появляются. 5600. 4800. 1000 с чем-то жизни отнимает. Даже, наверное, всегда по-разному, то есть одинаково не сносит. Ну, прикольный эффект. Блин, у меня такие какие-то розовые текстуры пробиваются. Ну вот оно, видите, и бета. Я знал, что если пишут бета, какие-то постоянно есть недоделки. Ну, надо доделают его. Вот еще оружие добавить, потому что это не все оружия с игры. Ну да. Так, сохранить. Сейчас мы еще раз загрузим зомбаков. И попробуем издалека жахнуть по ним. Вот у нас есть ряд зомби, стреляем. Ага, патроны кончились. Стопунчатки. Рокет лаунчер. Сейчас патрончиков себе выдам. Так, и вот стреляем. Бум! Бу-хо-хо-хо-хо! Вот это мощь! Вот это мощь! Она нереально мощная. Так, и последнее у нас оружие называется Унмайкер. Ого, это что за штука? А что она делает? Смотрите, оно само целится, что ли? Ну да, смотрите. А сколько же она вынесла жизни от меня? Вот, 9900. Поехали. Ай, меня, а я тут при чем? И меня дамажит. Она изумляется и дамажит. Самонаводящийся, что ли? Да. Вот, 7700 осталось. Нормально, считай, двушку вынесла. Так, у меня такое ощущение, что если я сейчас стрельну по толпе зомби, оно их просто всех уложит. Напишите, ребята, в комментариях, завалит ли эта пушка всех этих зомби. Давайте, погнали. Кто напишет, тот попадет в начале ролика. Правильно напишет. А я тут при чем? Вы что меня дамажите? А ну-ка, не подходите к зомби, я сдалека стрельну по ним. Так, стреляем. Да блин, оно летит до вас. Ой, куда? Да, наверное, вам надо... Ого, надо еще подальше вам отойти. Во-во-во, погнала зомби мочить, смотрите. Мочит зомби. Еще положила. Ничего себе, но быстро. Вот это оружие самое интересное. Из всех. Во-во-во, полетело. Оно, получается, само находит жертву и просто ее наваливает. Офигеть, ничего делать не надо. Само делает все. А еще вот, давай толпу все-таки попробуем навалить. Вот это скорость. Ну, нереально быстрая. А на правую кнопку мыши? Не, ничего. Так, у меня есть другое сохранение. Мы сейчас поставим сохранение, где они просто поближе стоят друг к другу все. Вот. Так, погнала. Блин, да пацанов летит само. А вот это зомби добралось. Самое интересное вот это оружие. Мне оно больше всех нравится. И всех оставило просто парочку зомбаков. Так, 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 погнал. Еще один. Есть. Даже хэдкраба не остается в живых. Все просто нагибает. Че, пацаны, у вас тоже, да, мочит? Не? А че он там где-то летает? Хорошо. Мы сейчас загружаем там, где много зомби, и стрельнем более мощное оружие, которое я обещал вам. Так, загрузить. Так, по моему мнению, что вот это зомби... Ой, вот это оружие самое мощное. Так, отходим, проверяем, замочит всю толпу или нет. Нифига себе! Надо с подверху стрельнуть, оно вот так вот. Оно все вот так стреляет, оно как-то как отрикошетивает, что ли, видите? Там уже ребята погнали устроили, надеюсь, горизонт не вылетит. Но оно не меткое, оно реально не меткое. Че, пацаны, много жизни отнимает? 7700, осталось 5200, 2500. Короче, около 5000 жизней отнимает это оружие. Получается, это оружие самое мощное в этом паке. Вот так вот. И что мы еще сейчас делаем в конце?
Мы этим оружием взорвем мощнецкую бомбу. Отходите все. Ладно. Погнала. А бомба не активировалась. Еще разок. Есть. Че, с первого раза не активировалась? Я не понимаю этого. Это очень странно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. А я буду мочить еще пацанов.